Чистов Юрий Кириллович, доктор исторических наук, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Кунсткамера Российской академии наук. Основные научные интересы – биологическая, социальная и культурная антропология и археология древних и современных популяций Ближнего Востока, Восточного Средиземноморья, Центральной Азии, история ранних музеев и коллекций, музеология, мультимедийные технологии в музеях. С вами говорили в первой части лекции о ранних этапах развития истории нашего музея, когда он назывался Кунсткамера, и когда сформировались его замечательные коллекции, которые заложили основу многих современных музейных и научных организаций России. В том числе и этнографических коллекций. И они, конечно, являются золотым фондом нашего Музея антропологии и этнографии. И хочу, может быть, только к этому добавить, что вот я вам говорил о пожаре и о том, что часть коллекции во время этого пожара погибла, и о тех усилиях, которые Академия наук и Сенат для восполнения коллекций. Был такой даже очень интересный факт, когда был послан с торговым обозом в Китай человек по фамилии Илачич, он был хорват по происхождению, лекарь на службе в России, военный лекарь. Он бывал уже в Китае до этого, ему были просто вручены списки того, что он должен был привезти для музея, какие коллекции, ну, так сказать, какого типа коллекции, книги, ну и корень женьшеня очень волновал тогда, да, так сказать. При Петре Первом первая научная экспедиция во главе с немецким ученым Мессершмиттом отправилась путешествовать по периферийным районам России, прежде всего Мессершмитт – это Сибирь. И вот как раз коллекции тоже погибли во время пожара. Но далее вот было то, что называется в истории нашей науки великие академические экспедиции, и иногда их называют физические экспедиции, которые обследовали разные регионы России. И во всех этих экспедициях давалось задание собирать коллекции разного профиля для музея. И коллекции стало очень много, они были очень разнонаправленные, очень разнопрофильные, они служили основой и базисом для научных исследований в разных областях. И тогда, значит, стали специализироваться и выделяться новые научные учреждения в России внутри Академии наук. По уставу Академии наук 1836 года были созданы этнографические музеи, которые нынче вот являются частью нашего музея антропологии, этнографии, анатомический кабинет тоже вошел в наш музей. А Азиатский музей, сейчас это наследником этого учреждения является Институт восточных рукописей Российской Академии наук в Санкт-Петербурге, который хранит манускрипты, древние рукописи. Египетский музей, который существовал как часть нашего музея. Сейчас вы можете видеть эти коллекции в Эрмитаже, да, в залах Древнего Египта. А соседнее здание с нашим – это зоологический музей
Российской академии наук, зоологический институт. Там хранятся зоологические коллекции кунсткамеры, в ботаническом музее и ботаническом институте хранятся гербарии, которые были частью коллекции кунсткамеры. А минералогическая коллекция переехала в Москву, и рядом с созданием президиума Академии наук есть минералогический музей имени Ферсмана в Москве. Я не знаю, может быть, вы видели, там есть раздел экспозиции, посвященный старым коллекциям из кунсткамеры. А огромная коллекция медалей и монет, которая была, называлась кунсткамерой Мюнскабинет, да, кабинет медалей, стала частью нумизматического собрания Эрмитажа. И, конечно, вот очень важная часть – мемориальный кабинет Петра I, который был очень сложной историей. Он то был частью нашего музея, то нет. Вот 100 лет назад он был возвращен в музей и демонстрировался в Музее антропологии и этнографии в связи с 200-летием музея и 200-летием Петербурга, а потом снова в 30-х годах стал частью Эрмитажа. Его сейчас можно видеть как в Меньшиковском дворце экспонаты, так и в Петровских залах Эрмитажа. Так что вот с 1836 года наш музей стал музеем этнографическим, по академической традиции был очень небольшой всегда штат, были смотрители. Во время, когда была кунсткамера, это называлось библиотекарь и суббиблиотекарь, вне зависимости от того, что человек занимался и библиотечными коллекциями, и музейными. А значит, с 1836 года этнографический музей, а потом музей антропологии и этнографии, всегда возглавлял академик, член Академии наук. Эта традиция существовала и в ранние советские годы, потом стало, в связи с ростом этого учреждения, стало это не всегда соблюдаться. А ряд академиков и адъюнктов, как тогда назывались, профессоров Академии наук, сотрудничали с музеем, а профессиональных этнографов в сегодняшнем понимании антропологов не было. Поэтому, конечно, нам очень сложно сейчас приводить в порядок, разбираться с коллекциями, собранными в XIX веке, потому что профессиональные коллекции, описанные профессиональными этнографами, стали появляться в нашем музее только в конце 19-го, начале 20 века. Но, тем не менее, вот любое крупное путешествие, кругосветное плавание, те многочисленные экспедиции и плавания, связанные с русско-американской торговой компанией, с русской Аляской, кругосветные путешествия, когда корабли российского флота обследовали то, что сейчас называется Океания, да, Полинезия, Микронезия, Южная Америка. Во всех этих мореплаваниях, во всех этих путешествиях всегда были в разной форме принимала участие Академия наук и наш музей. А это могли быть инструкции, написанные для собирания коллекции, это могли быть специально посланные сотрудники, которые собирали коллекции, и все эти материалы хранятся в нашем музее. В том числе материалы из первого кругосветного путешествия, как вы видите, во главе которого стояли два адмирала российского флота Крузенштерн и Лисянский. Это путешествие состоялось в 1803-1806 году с очень большим длительным маршрутом. И коллекции, прежде всего собранные Леснянским и людьми, которые на его корабле «Нева» принимали участие в этой экспедиции, они хранятся в этом музее. Вот вы здесь видите блестящую совершенно вещи из коллекции Лисянского, связанные с Аляской, с тринкитами. Это боевые шлемы тринкитских воинов, вождей. Это плетеная шляпа тринкитская, потрясающий сосуд в виде
утки ритуальные. И Лисянский передал музей. Он передавал коллекцию тогда очень коротко существовавшему музею Адмиралтейского департамента, который просуществовал буквально там 20 с небольшим лет, и потом все коллекции были переданы в Кунсткамеру. А часть коллекции он прямо передавал в Кунсткамеру. А Лисянский потом стал членом Академии наук. Он писал научные труды. Вот очень интересным персонажем истории нашего музея был академик Георг Ланзер, который в молодости принимал участие в научных экспедициях конца 18-го, начала 19 века. А потом он был назначен консулом Российской империи в Бразилии и организовал экспедицию с участием в том числе и ученых из Бразилии, труднодоступные районы этой страны, и коллекцию, часть коллекции, которую он там собрал, поскольку он был членом Императорской Санкт-Петербургской академии наук, он прислал подарок в академию, в наш музей. Совершенно уникальное. И поверьте мне, нигде в то время это было невозможно и сделать в европейских странах. И все это пришло гораздо позднее в европейские музеи. Но в 1839 году, вот вскоре после разделения, как вы только что слышали, Кунсткамера на ряд самостоятельных музеев, Российская академия наук решила послать долговременную научную экспедицию в Русскую Америку. А когда я говорю Русская Америка, это я имею в виду Аляску, Алеутские острова и колония Форт-Росс Северной Калифорнии, которая была создана для того, чтобы поддерживать и снабжать продуктами Аляску. И, по сути, экспедиция – это был один человек, Илья Гаврилович Вознесенский, который был молодым смотрителем зоологических коллекций, зоологического музея, и который был направлен в Русскую Америку для сбора коллекции по зоологии, ботанике, этнографии и прочим. С огромными инструкциями, сознанием дела. А на месте он сумел вовлечь в эту орбиту описание и собирательство коллекции для музея очень многих служащих Русской Америки, Русской американской торговой компании. И вот этот целый был шлейф сотрудников, друзей и последователей Вознесенского, которые присылали тоже коллекции в музей. Да, это был взрыв интереса сотрудников Русской Америки к собиранию коллекций. Вознесенский 9 лет пробыл во владениях русских в Америке. Он собрал фантастические коллекции. Там это все посылалось огромным количеством сундуков при первой возможности в Санкт-Петербург, и, конечно, по возвращению значительную часть он коллекции привез. Ну, достаточно вам сказать, что этнографических предметов он доставил в наш музей больше 1000. И мы сейчас очень активно занимаемся публикацией этих коллекций его и его сподвижников, издавая. В том числе, если вы посмотрите на нашем сайте, есть каталог онлайн коллекции по народу Тлинкиты, во многом состоящий из сборов Вознесенского. Мы возвращаем народам Аляски их культурное наследие вот, в виде больших томов, альбомов, научных каталогов и
информацию на нашем музейном сайте. Но если вы придете в наш музей, то вы увидите, что значительная часть этой коллекции выставлена в зале музея. Вот вы здесь можете видеть 4 экспоната из 1000 этой коллекции. Вы видите, что это, кроме всего прочего, не только ритуальные предметы, предметы быта, но это замечательное произведение искусства. Человек, который привез коллекцию большую из Дальнего Востока, собранную у многих народов нижнего течения Амура и Китая, был впоследствии академиком и в течение ряда лет директором этнографического музея, академик Шренк. Он организовал одну из экспедиций, которые на корабле проплыла по Амуру, Сахалина, где собирались, опять же, не только этнографические, но и зоологические, ботанические коллекции, лингвистические данные, антропологические коллекции. С 1879 по 1894 год Шренк был директором нашего музея. А человек, которого звали Владимир Владимирович Юнкер, из прибалтийских немцев, это знаменитый русский путешественник, который впервые описал огромную часть Центральной Африки. Его экспедиция состоялась в 70-х, во второй половине 70-х годов 19 века в бассейн реки Конго и труднодоступные районы Африки. И это первая большая коллекция по народам Африки, цельная коллекция, которая была собрана для нашего музея. До этого были отдельные поступления. Вот это вот вообще фантастически интересная история, потому что когда в начале 20 века новое руководство музея, которым я скажу чуть позже, решило в связи с расширением экспозиционной площади музея делать специализированные выставки по народам мира, то потребовалась посылка ряда экспедиций для сбора коллекции, потому что коллекции не хватало на экспозиции. Тогда очень практиковался между европейскими музеями обмен коллекциями, ну, дубликатными коллекциями. То есть ряд европейских музеев посылались, например, коллекции по народам Сибири и Поволжья, и они прислали назад собранные сотрудниками коллекции из Африки, из Латинской Америки и так далее. Но здесь вот академик Радлов, директор музея в то время, решил воспользоваться тем, что молодой поэт, 27-летний Николай Степанович Гумилев, очень интересовавшийся в Африке, Африкой, дважды побывавший в Абиссинии, это старое название Эфиопии, как вы, наверное, слышали, на собственные деньги, по собственной инициативе, который привез оттуда коллекции, он подарил их музею впервые туда, придя для разговора о будущей экспедиции. Его послали в первую экспедицию нашего музея в Африку. А он был очень хорошо обучен и инструктирован за несколько месяцев подготовки этой экспедиции. Его учили фотографировать, мы объясняли, как описывать этнографические предметы, как записывать фольклор, как фотографировать, что интересно этнографу фотографии, что нужно фотографировать обязательно традиционную одежду, традиционное жилище, традиционные занятия, стараться фотографировать людей так, чтобы были бы крупные лица, профили фас, для того, чтобы антропологи могли воспользоваться этими фотографиями. И Николай Степанович Гумилев вместе со своим племянником, который был еще моложе 27-летнего поэта, ему было 19 лет, Николаем Сверчковым, совершил
пешее путешествие по Восточной Абиссинии 965 километров. И привез совершенно уникальную коллекцию в наш музей вещей, фотографий, стихов, конечно. И мы совершили несколько лет назад путешествие по его стопам, имели возможность убедиться, готовили к публикации очень скорой материалов, все в полных его путешествия, насколько он профессионально и хорошо работал как этнограф, будучи вроде таким молодым поэтом. В наш музей поступали коллекции не только от путешественников, но и очень много дипломатических было подарков, и коллекции дарились российскими императорами. И здесь вы видите один из примеров такой коллекции, связанных с именем Николая I. Значит, история была такая. В конце 18 века очень крупный ученый Зелесковский, академик, директор нашего кунсткамеры, один из последних директоров во время ее существования. А его сын был дипломатом и полковником русской армии. Его Николай I послал в Черногорию, устанавливал дипломатические и дружественные контакты с молодым царем Черногории, для того, чтобы одновременно описать эту страну, сделать ее известной в России. И этот человек, Яков Зелесковский, стал близким другом черногорского царя Петра II Негоша, очень помог ему на ранних этапах советами опытного дипломата. И благодарный за это черногорский король послал Николаю I ряд предметов в подарок, в том числе национальный черногорский мужской и женский костюм и ряд пистолеты в том числе, которые Николай I передал в нашем музее. И, конечно, уникальная совершенно коллекция в нашем музее, она связана с путешествием Николая II, в то время как он был цесаревичем, 16-летним наследником российского престола. Его отец Александр послал молодого наследника путешествовать на Восток, что было очень необычно в то время, потому что обычно посылали в Европу, да, как бы набраться мудрости, знаний и так далее. А Николай Александрович Романов совершил огромное путешествие по Востоку, которое не очень удачно кончилось, как мы, может быть, слышали, тем, что на него было в Японии совершено покушение, и он был легко ранен, и после этого прервал свое путешествие и вернулся через Сибирь в Петербург. Но в том числе он посетил Таиланд, Сиам, как это называлось тогда, где в то время правил совершенно выдающийся король Рама V по Чуланкагорн. Его зовут в Таиланде. Это такой тоже король-реформатор, которого часто таиландцы сравнивают с Петром I. И они подружились. Впоследствии Рама V посещал Петербург, учился у наследника престола в Пажеском корпусе в Петербурге. Но когда они познакомились, он подарил уникальные коллекции, в том числе вот это золотое оружие, которое хранится в нашем музее. И поверьте мне, я за последнее время повидал такое количество министров таиландских, включая и членов царствующей семьи. Нас посещала королева Сирикит, дальше ее дочка, для того, чтобы взглянуть на эти реликвии, которые сам знаменитый король Рама V подарил Николаю Александровичу в свое время в знак дружбы Сиама с Россией. Я уже упоминал имя академика Радлова,
который был директором музея в 1894-1918 году, это человек, который кардинально изменил наш музей. А история этого человека удивительна. Он немец, родившийся в Берлине, окончивший университет в Хале, Германии, который специализировался на изучении тюркских языков, и который сразу после окончания университета приехал в Россию для того, чтобы на месте продолжить изучение тюркских языков. Поступил на службу, был отправлен на Алтай, смотрителем гимназии, и довольно-таки долго работал на Алтае, то есть у тех народов, которые его интересовали, среди этих людей, изучая их культуру, язык, увлекшись археологии, этнографии, сделал чрезвычайно много для археологии и этнографии Сибири. Был переведен затем в Казань, где занимался проблемами воспитания и обучения, образования мусульманской молодежи в Татарстане. Огромное количество книг было написано, опубликовано, избран членом Российской академии наук. Приехал работать в Петербург, был приглашен и возглавил наш музей. И это человек, который за вот 24 года своего директорства в нашем музее сделал из музея то, что мы сейчас имеем и развиваем. Представьте себе, когда он стал директором музея, этнографических коллекций было 5 с лишним тысяч единиц хранения. В основном это были старые коллекции Кунсткамеры, те, которые я вам рассказывал, которые собирались экспедициями в 19 веке. Вот здание Кунсткамеры современное тогда не было музеем. Был только один зал, посвященный музею этнографии, а все основные помещения, в том числе и флигель, который был пристроен в конце 19 века в Стаможный переулок, где сейчас заходит музей, занимал библиотека Академии наук, который только позже, в 25-м году, уехал в специально построенное неподалеку здание. Василию Васильевичу Радлову удалось собрать деньги благотворителей, пристроить этаж к музейному флигелю вот с переулка, еще расширить помещение, перевести часть коллекции зоологических, которые тоже хранились в залах музея, там, где они сейчас экспонируются. В общем, экспозиционная площадь была расширена 5 раз. То есть появилась возможность создать действительно экспозицию этнографического музея. Когда он стал директором музея, у музея было 3 сотрудника. Когда он в 18 году умирал, сотрудников было больше 30. А это вопрос финансов был, да? То есть нужно было решение на уровне даже не Академии наук, а Министерства образования императора, расширения штата. А коллекции выросли до 120 тысяч. Вот за 24 года, представьте себе, да, от 5 тысяч до 124. В том числе и вот Гумилев, о котором я вам рассказывал, ну и так далее. Да, вот огромная деятельность. Это было время празднования 200-летия Петербурга в 1903 году. В 2014 году праздновалось 200-летие музея. Музей посещал император, был создан, был благотворительный совет при музее, куда входил, кстати, Нобель, где на средства отдельных благотворителей вот строился новый этаж, посылались экспедиции в Индию, в Южную Америку, в Эфиопию. Это было потрясающее время. А кроме того, мы до сих пор издаем, например, издание, которое вышел сейчас 56-й, если я не ошибаюсь, том, ежегодный сборник музея антропологии, который начал выходить в 1900 году при Радлове. Он начал это издание музея. Он заимствовал, проехав все этнографические музеи Европы, известные в того времени, самые лучшие системы регистрации и хранения музея. И впервые коллекции стали регистрироваться и описываться современным образом. То есть роль этого человека в истории нашего музея, мы называем это золотым веком нашего музея. Вот вы видите сейчас на экспозиции, как выглядели на
этих слайдов, как выглядели экспозиции нашего музея, созданные Радловым и его коллегами и помощниками. А люди, которые он привел работать в музей, они составили славу российской этнографии. Российской, а потом в советское время. Очень много людей интересных пришло в этнографию из ссыльных народовольцев в Сибирь. Людей, которые были сосланы в Сибирь, на дальнюю северо-восточную Сибирь, на Сахалин, на Амур, на Чукотку, и которые, как люди образованные и часто живущие вольным поселением, пытались найти себе что-то интересное, чтобы эти годы не пропали зря и чтобы был какой-то интерес в жизни. И ряд таких людей стали заниматься лингвистикой, этнографией, фольклором народов Сибири. Я, может быть, назову три фамилии, но их было значительно больше. Это ближайший коллега, заместитель Радлова по музею и великий российский этнограф Лев Яковлевич Штернберг, который был в ссылке на Сахалине. Это Багаровстан, это Яхельсон, это Чкановский. Эти фамилии можно продолжать, и для любого человека с этнографическим образованием это великие имена, поверьте. И они все работали в нашем музее. А при Радлове же произошла та история, которая привела к тому, что в городе Петербурге появился второй этнографический музей. То, что сейчас называется Российский этнографический музей, и который выделился из русского отдела русского музея, да, и находится рядом с русским музеем, в 1902 году был создан тоже сотрудником нашего музея, Клеменсом, с помощью и при участии Радлова и Штернберга. И тогда было принято решение, что тот новый молодой музей будет музеем народов Российской империи. И эта традиция сейчас продолжается. Он музей этнографии России, Российский этнографический музей был музеем этнографии народов СССР. А наш музей сосредоточился в экспозиционной работе на народах мира. Хотя мы храним огромные коллекции, в том числе и старые по Сибири, по другим регионам нашей страны. Если говорить о современных коллекциях музея, у нас больше миллиона единиц хранения. Это этнографические коллекции, это антропологические коллекции, одна из самых больших коллекций в Европе. Когда я говорю антропологические, это костные остатки древних людей и то, что находят археологи при раскопке древних погребений, некрополей, и что является предметом изучения антропологов для понимания формирования человеческих групп, человеческих популяций в разных странах и разных территориях. Но очень мало мы можем в этом когда-то в самом большом публичном здании Петербурга представить зрителям. Чуть больше 0,5% наших экспозиций, наших коллекций экспонируется в музее. Остальное мы храним в фондах. У нас большие очень проблемы с фондами. Нам срочно нужно строить, конечно, новое здание фондохранилища. Мы стараемся вот как раз на нашем сайте, я всех приглашаю его посетить, публиковать много коллекций, которые хранятся в фондах музеев, чтобы таким образом знакомить людей с этими коллекциями. В том числе и людей, на территории которых, народов, на территории которых они собирались когда-то. У нас огромный совершенно иллюстративный фонд, который был сформирован, начиная с второй половины XIX века, когда появилась фотография. Опять же, на нашем сайте сейчас выставлено больше 40 тысяч старых фотографий из собрания нашего музея в таком онлайн-каталоге с поисковой системы. Там есть очень интересные вещи, очень старые фотографии. Ну и музей непрерывно пополняет свои коллекции, в том числе и каждый год наш музей направляет экспедиции
Сотрудники сейчас очень много ездят в экспедиции, не только по России. У нас ежегодно работают экспедиции в Африке. Примерно через год экспедиции на Филиппинах. Сотрудники бывают в экспедициях в Южной Америке. Совершенно уникальная. Вот в прошлом году состоялась первая экспедиция в Микронезию, то есть в океане сотрудника. Ну, это, конечно, деньги не только Академии наук и музейной, но и каких-то западных фондов. Очень многие такие экспедиции проводятся совместно с западными коллегами. За международное сотрудничество. Ну и здесь вы видите некоторые цифры, показывающие, сколь велики наши региональные этнографические коллекции, в том числе вот огромные коллекции из Америки. Но вот это просто так Африка, Индия, Кавказ и Европа объединены, потому что они хранятся в одном фондохранилище. Что касается экспозиции нашего музея, то они делятся на три больших блока сегодня. Да? С одной стороны, это этнографические залы, этнографические экспозиции, которые у нас, как вы видите, есть в музее залы, в север... ну, залы или части зала, потому что мы очень ограничены в выставочной площади. Конечно, еще хотелось бы иметь большой музей. А у нас есть экспозиции Северная Америка, Япония, Африка, Китай, Монголия, Корея, Индокитай, Ближний и Средний Восток, Индия и Индонезия. А сейчас временно нету, к сожалению, экспозиции по Австралии и Океане, и нету экспозиции по происхождению человека и древней истории человечества из-за того, что залы ремонтируются. У нас такой поэтапный ремонт все время идет. Но мы надеемся их в ближайшие годы восстановить. Сейчас в музее очень интенсивно идет работа, и в следующем году, я надеюсь, откроется постоянная экспозиция по Южной Америке. А кроме того, значит, у нас есть блок экспозиционный, связанный с историей Кунсткамеры. Это вот этот зал первой естественно-научной коллекции Кунсткамеры, о котором я говорил. Да? И мы сейчас переделываем залы, которые, надеемся, к нашему 300-летнему юбилею сделать очень интересные, по истории Кунсткамеры. И формирование познания коллекционеров и коллекции, такое рабочее название, речь будет идти о тех коллекциях, которые в нашем музее собирались в течение вот 300-летней истории, которые связаны, я как раз в лекции упоминал, с людьми, фамилии которых вы все читали в учебниках истории. Да, вот, Лисянские, Коцебу, Литке, Миклохо Маклай, Николай II там, и так далее и тому подобное. Вот. У нас есть еще такой кусок, который мы называем музей Ломоносова. Это экспозиция Академии наук 18 века и Ломоносов. Это экспозиция первой астрономической обсерватории Академии наук, где можно увидеть много научных инструментов, старых телескопов, глобусов и так далее. А на самом верху башни стоит вот тот самый знаменитый Готорский глобус, о котором я рассказывал, который когда-то был подарен, вынужденно отдан Петру I в Шлезвиг-Гольштейн. Вот. И в заключение я просто хочу показать вам картинки наших экспозиций и пригласить вас прийти в наш музей. Это Северная Америка, это зал Японии, это Африка, вот самая молодая наша этнографическая экспозиция, немножко сделанная уже по-другому, снабженная английскими текстами и английским этикетажем и информационной системой. Вообще у нас в каждом этнографическом зале стоят сенсорные мониторы с большой навигационной информационной системой, которую мы собираемся и на нашем сайте к юбилею выставить, так, чтобы можно было побродить по всему музею из любого города России. Ну, сейчас это модно. Значит, это наш зал Китая, который закрывается у нас буквально на днях, видимо, на ремонт, и который мы будем переделывать. Огромный зал, сделанный во времена большой советской китайской дружбы. Это зал Монголии, это зал Кореи, кусок зала Кореи. Индокитай, Ближний и Средний Восток, Индия, Индонезия, так,
три четверти зала Индии и четверть Индонезии. Это вот зал первой естественно научной коллекции Кунсткамер. Вот здесь видно эти старые кунсткамеровские шкафы и коллекции там. Это вот знаменитый зал, который повторяет зал заседания академиков 18 веке Российской академии наук с креслами реальными и столом, на котором заседали первые российские академики, и креслами, вот большое кресло президента Академии наук, и вокруг экспозиция, посвященная Ломоносову. Это кусок нашей астрономической обсерватории. И это знаменитый Готорский глобус. И вы видите дверцу, через которую можно было забраться внутрь. Там был планетарий. А туда сложно попасть, потому что идет винтовая лестница, и только экскурсионные группы, не больше 20 человек, несколько раз в день экскурсоводы водят на этот. Так что, когда вы соберетесь в Кунсткамеру, свяжитесь с нашим экскурсионным отделом заранее и запишитесь на такую очень интересную экскурсию. Я уже не говорю о том, какой взгляд, какой вид открывается из окон верхнего этажа башни на наш город Петербург. Спасибо. Здравствуйте, Сергей Зуев. Скажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, самые интересные пополнения коллекции были во второй половине 20 века? Угу. Ну, вы знаете, вот вы видели, наверное, что несколько тысяч единиц хранения мы каждый год регистрируем как новое поступление в музей. Например, если говорить об Африке, у нас довольно-таки интенсивно за последнее время пополнились фонды Африки, потому что, во-первых, эта экспедиция наша обнаружила в каком-то бывшем городке, ныне практически деревне, если не ошибаюсь, это Конго или Камерун, музейчик, который был когда-то организован в колониальное время французами, который захерел настолько, что они просто вот в музейном магазине распродают под потрясающие совершенно маски, экспонаты. И это было, в общем, практически все приобретено для нашего музея. А в Петербурге служил американский консул господин Хьюз, который до этого был послом нескольких африканских странах. Это было последнее место его дипломатической работы. И вся коллекция собранных африканских вещей, которые в здании резиденции генерального консула США в Петербурге, была передана нашему музею в подарок. А несколько недель назад мы получили коллекцию от частного коллекционера, к сожалению, подхватившего во время последней поездки в Африке какую-то болезнь умершую. Но он завещал и говорил об этом семье, что он хочет подарить часть коллекции Кунсткамере. Нам была передана вот что-то около 40 вещей. Я упоминал коллекцию экспедиции Филиппины, которые всегда возвращаются с большими сборами. Ну, то есть, в общем, но иногда мы покупаем вещи. А в частности, мы недавно купили совершенно потрясающие вещи, я считаю. Совершенно неожиданно. Мы купили набор ветеринарных инструментов, кованых, старых и орнаментированных, очень красивых, в таком футляре из замши, из Тибета. Это абсолютно экспозиционные вещи. Абсолютно, я думаю, что это где-нибудь, наверное, может быть, конец 18 века, начало 19-го. Абсолютно уникальная вещь. И человек, которым мы связаны, москвич, которым мы связаны научным проектом и делаем сейчас каталог буддийской скульптуры, решил нам за осмысленные деньги продать этот экспонат, внести вот свой вклад в наш музей и так далее.